Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев индустриал бағдарламаның аясында 2015 жылға дейін ішкі жалпы өнімдегі энергия сиымдылығын кем дегенде 10%, ал 2020 жылға дейін 25%-ға азайтуды тапсырған болатын. Бұл міндеттің орындалуы экономиканың бәсекеге қабілеттілігін артыруға және энергетика қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлкен үлесін тигізеді. Атап өткен тапсырмалардың орындалуы барысында іске асып жатқан шаралар туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Как вы видите на слайде, показатель энергоемкости ВВП в Казахстане по сравнению с другими странами является весьма высоким. Это обусловлено прежде всего структурой экономики. И сегодня анализ структуры энергопотребления Казахстана показывает необходимость концентрации усилий на трех основных секторах. В первую очередь это энергетика и промышленность, транспортный сектор, сектор жилищно-коммунального хозяйства. В 2011-2012 годах проводилась подготовительная работа к реализации политики энергосбережения. Вступил в силу под принципиально новый закон Республики Казахстан об энергосбережении и принят в настоящее время и реализуется республиканский комплексный план энергосбережения на 2012-2015 годы. В целом, в реализацию закона утверждены 22 нормативных правовых акта, в рамках которых создан государственный энергетический реестр, введены новые нормативы энергопотребления, установлены требования по энергоэффективности для зданий, сооружений, а также транспорта и электродвигателей, утверждены правила проведения энергоаудита и экспертизы энергосбережения. В соответствии с комплексным планом Минindustrии по вашему поручению подготовлены и направлены в акиматы регионов методические рекомендации по разработке комплексных планов повышения энергоэффективности. На их базе сегодня акиматы и госорганами уже разработаны 16 региональных и 5 отраслевых планов энергосбережения. Приняты 170 технических стандартов и одновременно создается инфраструктурная основа. В частности, открыты 11 учебных центров, подготовлены свыше 1000 специалистов. Создан Казахстанско-Германский центр энергоэффективности и для финансирования проектов по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве создан фонд развития жилищно-коммунального хозяйства. В целом на сегодняшний день 80% всех мер комплексного плана уже реализовано. По результатам проводимой работы уже имеются положительные результаты в разных отраслях. В секторе промышленности и энергетики 30 промышленных предприятий проходят энергоаудит, на 50 предприятиях внедряется система энергоменеджмента, 200 крупных предприятий регионов до 2015 года инвестируют в энергосбережение порядка 300 миллиардов тенге. Ожидаемый эффект от данных мер составит порядка 3 миллиона тонн нефтяного эквивалента. На слайдах 6-9 вы можете посмотреть успешные примеры в сфере промышленности и энергетики на таких предприятиях, как ArcelorMittal, ССГПО и ряд других предприятий. В сфере жилищно-коммунального хозяйства на сегодняшний день термомодернизировано 935 объектов, разработано свыше 900 энергетических паспортов, отремонтировано более 130 километров теплотрасс, 517 километров электролиний, 520 километров сети газоснабжения. О проводимой работе в данном секторе более подробно доложено коллега с Министерства регионального развития. В бюджетном секторе на текущий период термомодернизировано уже 580 объектов, установлены автоматизированные тепловые пункты более чем на 1000 объектов. На слайде вы можете увидеть результаты повышения энергоэффективности в бюджетном секторе на примере школы номер 15 города Астаны. После мероприятий по энергосбережению на данных объектах плата за потребленную тепловую энергию снизилась на 15%. Совместно с проектом Всемирного банка привлекаем грантовые средства в размере 24 миллиона долларов США для финансирования проектов в сфере энергосбережения в социальном секторе. В рамках данного проекта планируется в период с 2014 по 2016 годы ежегодно проводить модернизацию 20 школ, 5 больниц и реализовать один проект уличного освещения в различных регионах страны. В настоящее время соглашение со Всемирным банком готовится к подписанию. В соответствии с требованиями законодательства Министерство индустрии проводит оценку местных исполнительных органов по реализации политики энергосбережения. Так, первый анализ показал по предоставленным данным акиматами, что только 3 региона показали средний результат, это Павлодарская, Актюбинская и Костанайская области. Остальные регионы имеют оценку низкие, что является показателем того, что в регионах вопросам энергосбережения уделяется незначительное внимание. С принятием новых законодательных требований ведомств министерства осуществляется государственный контроль в области энергосбережения по 10 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Сегодня Комитетом государственного энергетического надзора в городах и населенных пунктах были проведены внеплановые проверки на предмет эксплуатации тепловых сетей. В ходе данных проверок уже выявлены многочисленные нарушения, в результате чего предусмотрено взыскание на сумму 3,9 миллионов тенге. На данном слайде приведены прогнозные сценарии потребления энергоресурсов
И сегодня мы определили три сценария. Это базовый, плановый и форсированный. Учитывая последнее поручение главы государства по ежегодному снижению энергопотребления на 10%, необходимо переходить к форсированному сценарию снижения энергопотребления. Для этого по поручению главы государства разрабатывается новая программа энергосбережения 2020. Мы проанализировали международный опыт, в том числе опыт Российской Федерации, и предлагаем в основу программы заложить 9 направлений. Это энергоэффективное предприятие, инновационная энергетика, энергоэффективное жилищно-коммунальное хозяйство, энергоэффективное строительство, транспорт, бюджетный сектор, освещение, общество, экономная оплата. На слайде показаны данные направления и ответственные государственные органы по каждому из них. Разрешите коротко остановиться на ключевых моментах и направлениях программы. Первое направление – это энергоэффективное промышленное предприятие. Для повышения энергоэффективности промышленных предприятий предлагается законодательно ввести норму по обязательному снижению энергопотребления на 3% ежегодно. Это опыт Японии, который успешно на протяжении последних многих лет реализуется. Также в рамках программы «Производительность 2020» предлагается компенсировать до 50% затрат на проведение энергоаудита, внедрение системы энергоменеджмента и проведение термомодернизации зданий. В основном вот эти меры касаются, конечно, малых и средних предприятий. Кроме того, необходимо предоставлять меры господдержки для предприятий по покупке энергосберегающей технологии через механизмы БРК-лизинг. Направление 2 – это инновационная энергетика. Наряду с предлагаемыми многими техническими мерами основными предлагается выделить следующие. Это введение обязательного требования по снижению удельных энергозатрат на выработку электро- и теплоэнергии, введение запрета на разделение производства тепла и электроэнергии в проектируемых энергоисточниках без оценки потенциальной возможности использования технологии когенерации и ряд других важных мер. Направление 3 – это энергоэффективное жилищно-коммунальное хозяйство. По данному направлению главной задачей является осуществление успешной термомодернизации жилищного фонда страны и ремонт инженерно-коммунальных городских сетей. Для этого предлагается использовать механизм фонда развития ЖКХ для предоставления кредитов и лизинга с учетом новой финансово-экономической модели. Кроме того, можно отметить такие меры, как установление штрафных нормативов потребления при безучетном потреблении энергоресурсов, присвоение классов энергоэффективности зданий, внедрение механизмов ЭСКО. Для энергоэффективного строительства предлагается пересмотреть и ужесточить все строительные нормы и ввести меры по зеленому строительству. Необходимо установить предельные нормы энергопотребления для строительства новых и эксплуатации действующих производственных, административных, социально-культурных, а также жилых зданий. Предусматривать строительство зданий только с классом энергоэффективности А или Б. Другое очень важное направление является энергоэффективный транспорт. В транспортном секторе главное внимание надо сконцентрировать на автомобильном транспорте. Почти 20% энергоресурсов страны используются за счет потребления бензина автомобилями. В связи с этим предлагается адаптировать международные нормативы по повышению энергоэффективности автотранспорта, разработать акиматами программ развития энергоэффективной транспортной инфраструктуры, разработать программы по стимулированию покупки экономических автомобилей. Энергоэффективный бюджетный сектор. В данном направлении хотел бы отметить такие меры, как поэтапное проведение энергоаудитов зданий государственных учреждений, реализация типовых решений по энергосбережению в бюджетных учреждениях, установление норм потребления электро-теплоэнергии для государственных учреждений по типам постройки и видам деятельности. Для этого на первоначальном этапе нам необходимо и всем государственным органам в кратчайшие сроки провести работу по подсчету необходимых средств на проведение энергоаудитов. На слайде показан перечень государственных учреждений и объектов, и к каким госорганам они относятся. Седьмое направление – это энергоэффективное освещение. Уважаемый Серик Нигметович, сегодня в стране расходуется почти 10 миллиардов киловатт-час электроэнергии только на освещение. Законодательно мы ввели запрет на использование ламп накаливания, однако в свете новых ценовых изменений на рынке световых устройств и в связи с нерешенными проблемами по утилизации ртуть-содержащих ламп, предлагается законодательно ввести запрет на производство и продажу ртуть-содержащих ламп. Сегодня в Казахстане имеется 13 заводов, которые производят энергосберегающие лампы, из них 11 по производству светодиодов. Кроме того, предлагается предусмотреть меры по модернизации внутреннего освещения в зданиях и сооружениях бюджетной сферы, реконструкции уличного освещения в городах и населенных пунктах, реализации информационных программ по продвижению энергоэффективного освещения. Восьмое направление – энергоэффективное общество. Ключевым в этом направлении является работа с населением, пропаганда энергосбережения и подготовка кадров. Необходимо подготовить людей, ответственных за энергетическую и экологическую безопасность страны. В связи с этим важно выставить общественный контроль за реализацией политики энергосбережения. Создать предлагается при Минэндустрии общественный штаб по мониторингу реализации политики энергосбережения.
проводить ежеквартальный мониторинг и заслушивание реализации планов мероприятий местными исполнительными органами и предприятий по энергосбережению, внедрить курс энергосбережения в школах и университетах, организовать цикл телепередач на телевидении. Девятое направление – экономная оплата. Особо важно отметить, что для успешной реализации политики энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо обеспечить 100% приборизацию всего населения. Население должно научиться экономить энергоресурсы и свои средства использовать только энергоэффективные бытовые оборудования. Необходимо внедрить меры по поощрению производства продажи энергоэффективного бытового оборудования, установить требования к потребителям к 2015 году по установке приборов учета тепловой энергии, внедрить дифференцированные тарифы на тепловую энергию в зависимости от объема потребления. Для привлечения общественного внимания и стимулирования процесса энергосбережения предлагается вручать ежегодную национальную премию правительства по энергоэффективности по различным номинациям. Уважаемый Сергей Кузьминович, уважаемые коллеги, сегодня вашему вниманию были презентованы концептуальные подходы программы «Энергосбережение 2020». Перед нами стоят амбициозные задачи по повышению энергоэффективности, и это работа всех госорганов, всех предприятий и каждого гражданина. Данная программа будет являться важным направлением в реализации политики индустриально-инновационного развития нашей страны. Спасибо за внимание. У меня все.